Всем привет! И, наконец, я снимаю обзор этого альбомчика, который я обещала уже снять, и все никак. Руки не доходили, но теперь надо добраться уже и выложить его. Итак, альбом. Как говорится, я его слепила из того, что было. Единственное, что я покупала для этого альбома отдельно, специально, это картсток жемчужный и картон, соответственно, который идет в страничке. Все. В остальном это все было, все материалы взяты, из того, что у меня было какие-то крупные обрезки, э, некрупные обрезки. Э, из того, что у меня было, то есть вот эти все, все, все детали, все ткань и, и вся мелочь, в общем, все это э, скривлось по сусекам. А мои сусеки бездонные, как вы знаете, да, поэтому э, у меня здесь все так богатенько получилось. Э, итог мне нравится. Получился немножко не такой, как я задумывала, но все равно прикольно. Я довольна. Итак, это у нас альбом на три разворота. В него входят 32 фотографии. 9 на 13. То есть альбом для простых людей, которые сами смогут распечатать фотографии и вставить их себе сюда на память. Вот, в общем, поближе покажу вам обложку. И она выглядит вот так. Тут у нас все что и я использовала и имбосинг и наброск и спреями даже побрызгала и э, посыпушки и посыпушки внутри у меня есть в общем я развернулась по полной программе, зато я э, утилизировала можно сказать кучу э, разных остатков обрезков э, в общем неважно всего чего вырубки, ничего не вырубала заново, ну, то есть специально, да, взяла то, что мне дарили девчонки, использовала бабочек, использовала ацетатных бабочек, вот таких вырезала из листов больших ацетатных. В общем, все, что можно было, я пыталась сюда использовать. Смысл альбома был такой, что сделать Корсток у меня такой э, мятный э, и очень нежно-розовый, да, со, втор, вторая, вторая, э, вторая часть карстока. И получилось так, что я хотела сделать на мятной стороне розовую раскладку и на розовой стороне мятную раскладку. Э, в итоге получилось, э, здесь мятный цвет не, не настолько выражен, да, то есть он выглядит серым, наверное, вам, но в принципе он такой очень, э, как сказать серо-зеленовато-зеленоватый. В общем, такой очень интересный, сложный оттенок. Мне очень нравится. И когда я его выбирала, да, то есть у меня вот как-то сразу пришла в голову эта идея с таким альбомом, в общем, я сразу как-то подхватилась, да, то есть сделать из обрезков. Обрезки у меня почему-то так получается, что делятся на зеленые и розовые, и там еще небольшая кучка остальных цветов, да, но вот в основном зеленые и различные розовые, то есть от там пурпурных, темных, бордовых до очень бледно-розовых, да, и поэтому... Я думаю, что это еще не последний альбом из таких вот розовых цветов, или там какая-то не обязательно альбом, может быть, другие какие-то э -э -э штуки, да, которые у меня сделаются. Вот, но это в таких цветах. Кто мне давно смотрит, наверное, обратили внимание, что из всех альбомов, которые я делала, ну, половина не половина, но много они именно в каких-то таких розовых оттенках, либо в зеленых, либо зеленый с розовым. Потому что как-то я не знаю, видимо, эти цвета, которые мне больше всего нравятся, да, и сложные какие-то розовые оттенки, и зеленые, разных оттенков зеленые, да, и поэтому это, видимо, мое такое самое широкое направление. В принципе, у меня и бумаги больше всего, конечно, таких цветов. Вот, бумага здесь самых разных производителей: от Примы э, до Эко Пейпер, э, и есть и артелье, есть и АБ Студио, есть и артузор и Стамперия, и, в общем, все-все-все, кто были у меня, я по производителю вообще не сортировала, э, либо подходила по смыслу, по какой-то тоновой гамме, да, то есть, э, в общем, все-все-все использовала. А в качестве вырезалок использовала в основном. Э, бабочек от эко... бабочек не от Экопейпер, а бабочек от Примы. По-моему, это коллекция Лавендер Фрост, мне так кажется. И вот эти вот вырезалочки. Ну, не вырезалочки, это просто лист был с цветочками от Примы, да. И, соответственно, я оттуда эти цветочные букеты повырезала. Вот, и вот эти листики тоже оттуда же, да, и в принципе больше вырезалок никаких нет. А, вырубка это кто-то из, из девочек подарил мне буквально недавно, и вот она, вся эта вырубка пошла у меня в работу. А, надписи подбирала разных производителей, тоже просто что подходит по смыслу, по какому-то своему виду, а, по цвету может быть, потому что там не только белые, но есть и на цветном фоне, да, надписи, поэтому а, все-таки очень разное, но я надеюсь, что оно выглядит достаточно гармонично. А, вот. Вот использовала тоже еще камушки от Примы, которые мне очень, хотя нет, это не Примовские камушки, это от другого производителя, но тоже как бы в таком же стиле, да, вот эти камушки, поэтому очень мне нравятся. они тоже здесь пришли в тему, в кассу, можно сказать. И спрей это у нас спрей, по-моему, от Линдис, который я последний купила, я уже что-то запамятовала, если честно, чем я тут брызгала, вот, и поэтому не суть важно, бордовенький спрей. В общем, не пожалела, не пожалела я своих э, материалов. Вот. И обратная сторона у меня вот такая. Она, получается, на, розовой, э, на розовом картстоке. И она у меня такая зелененькая. Да, еще штамповочку сделала. В общем, использовала листы по максимуму. Это, кстати, какой-то белорусский производитель, по-моему. Это кусочек бумажки от Артузора. Это вообще крафт консорциум. Эти билетики у меня, собственно, от крафт-пейпер, да, тут лист, помните, с билетиками, да, ну вот это вот. Вот, так что я тут прям очень довольна, как у меня все в итоге получилось. Так, ну и давайте теперь посмотрим внутри, что у нас. Так, у нас, значит, напоминаю, три разворота. Не сильно много фотографий и не очень усложненные развороты. Как-то, не знаю, не было у меня настроения очень сильно усложнять все это дело, да. Но я постаралась все-таки как-то чуть-чуть приукрасить, может быть, да. И, как я говорила во влогах своих, я использовала те подложки, которые у меня уже были нарезаны. А нарезанных у меня было, по-моему, там три или четыре штуки только, да. Вот, и я как бы не подложки, вернее, а вот эти раскрывашечки, да. И поэтому я, исходя из этого, соответственно, планировала уже раскладки и где что открывается там и так далее, да. Вот, поэтому у нас здесь просто подложка без открывашек. Но здесь открывается вот так. И у нас здесь дополнительно еще здесь подложечка. Здесь подложечка на три фотографии. Закрывается у нас на магнитик. Карманов нет, да, никаких. Вот, и здесь у нас открывашечка. Вот, подложки. С подложками эту всю эпопею я рассказывала во влогах. И это было достаточно сложно, потому что активная раскладка, активное все вот это вот. И мне нужны были достаточно спокойные подложки, но в то же время, чтобы они не были яркими, я не знаю, да, то есть я пробовала розовый сюда ставить с нейтральным рисунком, но розового цвета, и они выглядели абсолютно чужеродно, и я поменяла их вот на такие вот листики в клеточку, и они сюда встали как родные, вот как будто тут, знаете, так и должно быть и вообще, и поэтому тут у нас вот так вот выглядит все, вот, и в принципе Какие-то развороты складывались довольно быстро, какие-то чуть посложнее. Но, в принципе, особо каких-то затруднений с этим альбомом я не испытала. Боялась за обложку, думала, что долго будет обложка складываться, но нет, все нормально. И сложилось все достаточно быстро и просто. Да, кстати, вот я забыла еще отдельно сказать, что про эмбоссинг-то я упоминала, да, но эмбоссинг у меня розовый, и мятный. Ну, даже не мятный, он скорее такой морской волны. Вот здесь у меня морская волна, да, а здесь у меня розовый. Вот я надеюсь, что вы видите. Вот он здесь вот. вот, вот. Это все стампендус. И тут я так, знаете, не пожалею. Вот тут у меня все так красиво. Ох, мне прям самой нравится. Так. Что-то я последний альбом и сама себя хвалю, хвалю так все время. Здесь у нас обычный разворот. С двумя вот такими подложечками да которые открываются наверх и получается разворот 10 фотографий да и как бы выглядит это все вот так Оп. выглядит это все вот так Очень мне понравилось и спреями работать, и вот, знаете, то есть и пудра и спрей и, и здесь у меня посыпушки, и оно все выглядит настолько классно, знаете, микс-медийно, да, что э, прям вот выбивается из э, как-то, знаете, альбомов обычных, и именно дает какой-то вот свой, э, свою какую-то изюминку, такую, я бы сказала, даже горсть изюма. Так, и тут у нас розовый разворот, и тут у нас выглядит все вот так. Потом еще добавляла, видите, тут, например, эти кружочки с цифрами, да, это у нас эко-пейпер. Просто валялась у меня такая полосочка с каких-то вырезалок, да. И вот я оттуда вырезала и вставляла дополнительно, потому что мне захотелось чем-то еще добавить, да, какие-то цифры. Вот. Это первое, что у меня тут попалось под руку. В общем. Вот. И все это сушила я, фенила, когда эмбоссингом делала, боялась, что будет что-то, знаете, искривиться, но нет, все нормально, поэтому все так осталось вполне себе хорошо. Так, последний разворот, последний разворот тоже простой у нас. Здесь у нас открывается просто вверх, вот так. Очень нравится мне вот это место, прям, прям, ух, да, эта бабочка торчащая. А здесь у меня просто подложка и Карман на 6 фотографий. Карман вот с подложечками на 6 фотографий. Можно просто фотографии подпихнуть, да, то есть, естественно, не запрещается. Вот. Тоже взяла картсток, который был под рукой, так как у меня здесь золотые, в принципе, акценты, да, и я ставила золотой, пусть будет. То есть, у меня не осталось, на самом деле, этих родных листов, из которых я делала сам, сами странички, я бы, может быть, сделала из них подложки. Вот. И мне пришлось искать какой-то вариант. Делать белыми их я не хотела, а золотой карточок вполне себе подошел. Вот. Так что так вот. И давайте по тоже поближе посмотрим. Вот. И здесь у меня, значит, эта бабочка моя красивая. Здесь вот так вот вы видите, да. Вот. И сделала тоже здесь вот на, на подложке, да, прилепила в основном почти везде на подложках у меня надписи и бабочки вот посмотрим как это вообще будет в жизни использоваться и вообще выглядеть вот, ну в принципе тут у меня видите ацетатик да и под ним так там просвечивает прикольно все вот хочу все знаете мне не, не получается как-то научиться а, делать а, какие-то ну то есть Интересные открывашки, да? То есть у меня все время получается какая-то классика такая простая достаточно. Ну ничего, я надеюсь, что когда-нибудь у меня наступит прозрение. Вот, вот так это все выглядит у нас. Вот такая красота здесь. Вот и собственно вот такой альбомчик. Надеюсь, вам нравится. И напоминаю, что этот альбом сделан из обрезков. И себестоимость этого альбома, если кто-то, допустим, ну, вот, делает альбомы и продает их, да, себестоимость этого альбома вообще картон стоил полтора евро. Картон, в смысле, который на страничке, да, полтора евро. Жемчужный картсток. Один листик, наверное, 30 центов. И здесь ушло, наверное, 10 листов, 3 евро, да. Вот. И получается ну, округлим, 5 евро. 5 евро это то, что я купила. Все остальное это то, что у меня было дома, и я ничего не докупала. Со... А, тем более, что вот эти вот листы, это как бы, ну, понимаете, обрезки, да? Да, они некоторые были довольно большие, то есть вот здесь вот, например, это большие обрезки, то есть это я не брала целый лист, да, вот это вот. Просто этот обрезок, он был, ну, типа, откромсанный какой-то кусочек, да, и вот этот лист, не до лист, куда его девать? Вот, там не 30 на 30, например, да, а был там 30 на 20, грубо говоря особо с ним ничего не сделаешь, да, можно подложек нарезать, но можно было его вот так использовать, да. Или там, например, этот лист примы, который здесь у меня как открывашка идет, да, он тоже был такой длинный вот кусочек, да, 30 там на 15. И что с ним делать непонятно, но зато таких листов у меня много, и вот я их наконец использовала, очень этим довольна, и результат, который у меня получился, я им прям радуюсь. И этот альбомчик стоял у меня уже несколько дней, здесь на полке перед глазами, и я так на него смотрела все время. И мне было приятно, что у меня так получилось моя задумка по использованию материалов. Правда, я смотрю сейчас на ту коробку со своими обрезками, и я понимаю, что их не стало меньше. Вот, поэтому надо еще какой-то альбомчик пилить из обрезков, из остатков. В общем, как-то так. Вот такой альбом. Еще раз. Надеюсь, что вам понравилось. Если какие-то вопросы есть, спрашивайте, отвечу. И спасибо, что смотрите. И всем пока-пока.